Сегодня мы с вами оценим белое сухое вино от винодельни Bodega Sponsa, которое называется Рета, урожая 2021 года. Винодельня основана в 2005 году Хуаном Антонио Понса на стыке двух регионов – Кастилии-Ла-Манчи и региона Валенсия, в маленьком-маленьком региончике, который называется Манчуэлла. Прославился Хуан Антонио в первую очередь работой с черным сортом Бабаль. Его считают действительно мастером по работе с винами в данной стилистике. Но это вино нетипично для него. Это так называемое вино-вызов. Рета даже в переводе с испанского обозначает вызов. Вызов кому или чему, спросите вы. Вызов, наверное, неизвестности и ухода от обыденности. То есть здесь используется достаточно редкий сорт, который за пределами Испании мало кто знает. Он называется Альбилья. Альбилья происходит со старых лос, возраст которых достигает 50 лет. И что интересно, для белого вина это вино проходит выдержку в дубовой бочке в течение 8 месяцев. Цвет можно оценить как достаточно молодой, то есть в нем больше соломенных, неярких нот, зеленоватые отблики, говорящие о молодости вина. Но здесь 2021 год, то есть это действительно нормально. В аромате вина мы почувствуем много минеральных оттенков. Это и пороховые ноты, это ноты морской солоноватости, это аккуратные оттенки цитрусов. Потихонечку оно будет начинать приобретать растительную ароматику, а потом появляются и косточковые фрукты по мере аэрации. В бокале, когда мы ощутим его вкус, можно оценить хорошую кислотность вина, очень приятную текстуру. То есть тело действительно пришло от дубовой бочки, есть легкая маслянистость, но не перебивающая ее свежесть. Оттенки ананаса, оттенки лимона, та самая минеральность, которую мы чувствовали. Идеально интегрированный алкоголь. То есть это вино свежее, что удивительно для достаточно жаркого региона. То есть именно благодаря подъему на большие высоты 600-700 метров над уровнем моря удалось, благодаря разнице температур, сохранить эту свежесть. Вино, которое идеально впишется в концепцию аперитива, которое великолепно подойдет к свежим морепродуктам. Вино, которое можно подавать к овощным блюдам. Ну и, наверное, даже можно замахнуться и на холодные мясные закуски. То есть, например, на какую-нибудь домашнюю буженину, если вы ее приготовите сами с горчичным соусом. Вино удивительное, вино, к которому хочется возвращаться. Я поставлю ему уверенный 91 балл из 100.